393, 395, 398, 401 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан суд приговорил Воронцова Сергея Сергеевича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 200 УК и частью 6 статьи 346 УК, назначить Воронцову Сергею Сергеевичу наказание по части 3 статьи 200 УК в виде 6 лет лишения свободы, по части 6 статьи 346 УК в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании части 3 статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания назначить Воронцову наказание в виде 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. На основании части 5 статьи 60 УК назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть дополнительного наказания по приговору суда 4 сентября 2019 года и окончательно назначить Воронцову наказание в виде 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.